И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кирилл Геймер, Дэн, Лисик, Мистер Старк, ОлТВ, Крошка-Крошка, Фрэнка, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Ребята, сегодня будем выживать в школе Балти и убегать от монстров с Poppy Playtime Chapter 3. Если опять кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем выживать. Первый у нас вызвался стать монстром, это Максим, Крошка-Крошка. Давай, Максим, покажи, на что ты способен. Вы же знаете, что этот мод улучшили, теперь монстры бегают нереально быстро. Но мы можем их замедлять. Просто закрывать двери. Садик на первом году клох. Согласен. Ребята, залетайте в мой инстаграм, ссылочка в описании, я веду свой блог, и можно теперь посмотреть, как я живу вне ютуба. Всех жду и стараюсь снимать такую чушь. Ой, всякую классную тему. Готовы? Да, мы готовы. А если вы хотите с нами пообщаться, залетайте в дискорд. Ссылочка в описании. В дискорде поорем. На тебе. Ты что, убил уже? Лисик, ну ты чего? Да, кстати, нет. С нами записывают первый раз девочка. Тысячу лет у нас не было девчонок. Нет, у нас не было. Ну давно не было. А, ну, да. Так, это что, у нас уже два монстра теперь? Да. Отлично. Надо это двери везде подкрывать, я чувствую, я сольюсь, если будут двери закрыты. Так, да, короче, да, тактика, так важно. А мне интересно, вот мы когда его уменьшили размером, он стал быстрее бегать или медленнее? Это как-то сыграло роль? Нет. Он все равно быстрый? Да, он такой же скорости. Я понял. Короче, можно забегать быстро в двери какие-то, и он не успеет туда быстро забегать. О, я буду на улице тусоваться. Давай, Максим, я тебя жду на улице, щенок! Давай! А, вот так ты со мной, да? Да, я тебя не боюсь, потому что ты рохит. Ну, сейчас посмотрим. Ой, чувство, наговорил какую-то фигню, сейчас он придет и замочит меня. Ну, посмотрим. Кто останется последний, тот будет победителем. Вы же знаете эту тему? Да. Вот, я вижу, идет монстр. А кто это идет? А, все, фук, слава богу, мимо прошла. Это Лисик была, я понял. Наверное, я. Ходи, ищи нас. Ходи, этот, мы не против. Что-то я не вижу Максима этого. Щенка! Еще! Ну, Дэн, вы че, сговорили, шо ли? Хлеб положи на место. Блин, я так сольюсь. Так ты уже слился? Нет. Не, Дима не сливал. Нет. Сейчас к нему монстр. Смотрите, просто красавчик. Щенок, не догонишь меня. Ля-ля-ля-ля-ля. Блин, ребята, я так переживаю сильно. Блин. А вот он бежит. Ну, беги. Удачи тебе! Ну нечестно! Я одну дверь открываю, ты две. Куда ты делся? Я вот. Давай, среди этих шкафов побегаем, ребята, это очень стрёмно. Неудобно, да, управлять, ребята? Неудобно. Так, я сейчас резко выбегу, смотрите, раз, два, побежал! Отойди от двери, там, кстати, сзади тебя человек стоит, ну мочи его! А, тут двери нету. Ха-ха, блин! А ты жопа. Ну да, я такой. Дин, два оставался к нам. Да, я буду здесь среди парт выживать. Вот, чуть не выбежал. Блин, ребята, очень опасно и очень стрёмно. Ой, не заметил. Ну, Дима. Ну, давай! Урок? Ты будешь мне уроки? Да, я буду урок вести. Сегодня у нас на уроке обзор конченых монстров Кэтнэп. Мистер Шарк умер. Ну ё-моё, пацаны, давайте жить нормально. Так я живу. Шарк. Ну, мистер Шарк. Чё-то вы легкие какие-то. Согласен. Покатаемся. Я хочу остаться последним выжившим, поэтому я буду победителем. Я даже чувствую, как меня одевает медаль на шею золотую, 5-килограммовую. Я буду лучший игрок. О, привет. Ну вот, вы чё вообще мочите, пацаны? Давайте инфу, ребят. Нет, я хочу выжить. Чё? Дима! Да ну пожалуйста, ну не убивай меня! Ну не надо, ну пожалуйста! Ты чё? А как ты меня убьешь?
Никак, да? А я буду так возле краешка. Там нет, пацаны! Ну не надо, пожалуйста! Ну идите Кирилла Геймера убейте! Да я хочу выжить! Ну не надо! Ну Макс... Блин, дверь! Смотрите, дверь блокирует. Ну из жопы. Так, я сейчас резко обман... Открой двери, пожалуйста, Максим, это нечестно. Нет, дверь мне сделала. Так, резко. Опа, так, не получается. Отвали свои руки длинные, убери их! А! Нет, я... Мне не можете достать! Так, а если я резко побегу и открою дверь? Откройте двери, пацаны, кто-то. Кирилл Геймер, открой мне двери, пожалуйста. А где? Я в классе здесь. Я не знаю, какой номер класса. Но здесь два угонченных монстра. Они меня убьют. Нет, они тебя не убьют, я обещаю это тебе. Главное, я. Может, вы убьете Кирилла все-таки? Дима, я хочу быть победителем. Нет, Дим, нельзя. Блин, даже летать нельзя. А я сейчас резко выбегу. Так. Блин, ну он стоит прямо на дверях. А если я спрыгну, я тупо умру. Я уверен в этом. Да, не. Да. Дайте мне фору, дайте мне выбежать с класса, и тогда дальше будем гоняться. Давай. О, дайте реально мне фору. Ну хоть хорошо. Какую-то. Только не убивайте, обещайте, что не убьете меня. Хорошо, Дим, я даю тебе фору. Да, салон. Есть! Кирилл. Что, говно, иди сюда! Да, иди в столовку, я Кирилла держу. Он в столовке, я иду до Кирилла. Кирилл, ничего. Все, я убил Кирилла. Есть, я победитель, ребята! Класс! Поздравляю, Дим. Я Рагуль, хотел сказать. Я играю лучше всех на планете. Ну что, я один остался. Давайте, я продержусь, если больше всех, то значит я буду победителем. Давайте, это где инфу, давай. Ну, Дим, ты же выиграл, потому что я тебе дал выйти. Ну да, я согласен. Но Кирилл мог бы тоже договориться каким-то образом. Как я не попал? Вы не сможете меня убить никогда. Блин, ребята, это так стрёмно. Но ты гений. Я лучший, я лучший, я лучший. Блин, так классно, когда ты выигрываешь. Давайте, идите ко мне, пацаны. Я здесь, на горках. Ой, идет монстр мощный. Ну хорошо, я тогда буду спрыгивать. Так, сейчас я разгоняюсь и резко бегу. Давайте проверим, сколько секунд я продержусь на улице. Хопа! Есть. Все, погнали. А вот это... Вот это класс! Что ты, монстр? Что ты мне сделаешь? Опа! Блин, ребята, это очень круто так выживать. Я самый лучший игрок. Давай, 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 давай. Опа! Опа, блин! А тебе? Это кто меня убил? Я тебя убил. Да ну, Максим, это нечестно было. Ну ладно, я ладно. Всех сегодня убил. Хорошо, давайте теперь я буду монстром. Максим, давай, ты готов сливаться? Да я готов выиграть специально. А, да? Ну я выиграл. Я, если ты дальше меня продержишься, значит ты будешь вообще красавчиком просто, понимаешь? Так, сейчас я его уменьшу. Ребята, у нас есть такой мод, где можно уменьшать этих монстров, потому что они не проходят в двери класса. Эй, вы где? Я хочу вас уже всех убить. Вы чё за... Мы в прятки, что ли, играем? Или чё? Рахит. Да не говори! Это я говорю обычно Рахиту, Максим! Да не надо на меня обзываться. Дверь... Я в дверях застрял. Ну, дверяхи. Ну ладно, блин, не могу пойти туда. Так. Нюхаем, где запах говна, там и Максим. Не, могу дать подсказку. О, давай, давай, где ты? Они все на улице. Ну а где ты был, Дим, в первом раунде? Ну я иду туда. Ты на улице? Нет. Ну я был здесь в первом раунде. Вот-вот-вот-вот-вот. Ну что, иди сюда, иди. Так я не достану там. Я ж там так долго не сидел. Где? На сетке. Вот и убежала. Да я. Вы задрали двери закрывать. Вот, да. Вот. Ну что, щенок, я тебя догоню. Пробежал быстро за клейнером. Да вы задрали двери закрывать, я застрею в них. Ну двери, это двери липучки. Ну куда ты бежишь? А я вот сейчас человека убью. Кирилл! Я тебя убил. Кстати, это была плохая идея в двери пытаться забежать. Дим, давай подсказку дам. Так! Сразу!
закройте все двери. Да блин, он перетосом дверь закрыл. Ну, Максим. Жуй слизни. Да я не могу жевать их. Да, что ты в двери? Во. Да я запираюсь в эти двери вонючие. А вот эти двери, Максим, ты же понимаешь, что ты отсюда уже не выйдешь? Так это мои приколы, это я и делал и придумал толк. Давай. Кирилл Геймер, иди сюда, иди ко мне сюда. Я тут в коридоре стою, жду. Смотри, ты когда прыгаешь, ты должна контрол. Где ты там ждешь? Не надо тебе ждать. Да ладно, сиди там. Вот, иди сюда. Иди, заходи. Я должен сразу сидеть. Так не, я ж долго не сидел, мы тебе даем фору, выходи. Мы тебя не будем убивать, все, давай мы, короче, выйдем. Все, выходи из класса, мы тебя убивать не будем. Все, мы отошли от двери вообще, все, уходим. Я сижу в одном из классов. Дим, я тебя вижу из двери. Ну я, не, мы не будем тебя с Кириллом убивать, мы обещаем. Ты ж меня не убил. А Кирилл Геймер прямо сбоку стоит. Ну Кирилл, давай мы в одну сторону все, уйдем, все, выходи. Все, побежали за ним. А вот теперь я тебе специально так, чтобы тебя убить в итоге. Да блин, двери эти вонючие! Все, ты живой, нормально? Я в песочнице ногами ударился. Блин, это прикол, это реальный прикол. Ну, меня троллит. Ну, Дима. Да я не могу так, как ты, понимаешь? Не могу. Как я? Эти двери сейчас все удалю! Я не могу... Я застрею, как жопа какая-то. Почему как жопа? Ну ё-моё, чё я застрею в них? Это голимый монстр. Да. Тупая физика предметов. Кирилл, ты возьми лучше быстро этого кэтнепа, будем быстрее гоняться. Это только два получается? Ну да, мы никого убить не можем, понимаете? Где вы все? Ну подайтесь. Да, Дим, ты так не поддавался. Есть! Да как это? Жопа липкая! Ну как я его не убил? Там сзади пробежал этот лисик. Есть! Лисик, ты вкусная была. За что? Ах ты крыса. Дима, быстрее. Где? Максима зажал. А где он? Моя нога там должна торчать где-то. Иду, я ищу. Это где-то в коридоре длинном? Около столовки. Съел. Молодец. Я поддался. Да. А ты так всегда говоришь, когда проигрываешь тупо. А, я нет, тоже я так говорю. Я правда поддался. Я тоже так говорю. Ну ладно, ты поддался, я согласен. Ну блин, я же монстр, я хочу кушать. Блин, так, своего... Да блин, у меня автокликер, и уже как-то сама рука жмется. Я не хотел. Ну, да. Я просто у меня какое-то движение конченной руки и убил. Так, пацаны, кто за монстр играет, открывайте везде двери. Так, давайте перекличку. Кто еще живой? Я. Я. А, вас еще много, да? Так, там никого нету? О, я понял, как за монстр играть. Надо остановиться возле двери, открыть ее, а потом только проходить. Блин, а я никого не вижу. Выходите, не бойтесь, мы вас не будем сильно убивать. Я боюсь. Давайте на улицу, пацаны, на улице легко выживать. Где они все поныкались? Так да, мы играем в догонялки, а не прятки. Ну, пацаны. Хотя я тоже прятался. Да я чуть-чуть прятался, когда уже их вас было много, я уже вышел. Ну и где вы? Я Патрика нашел. Ой, я его тоже хотел убить, но не смог. Он такое скользкое. Жипа. Жипа. О, так я его не увидел. А как ты? Давай слазь. Эй, слазь давай! Во! Так, побежал. Да! Ух ты какой! Так, да, на двери! Так, бегу. Я разогнался крепко уже. Все, пацаны, я в столовке. Есть! Ты убил его? Да. Отлично, молодец, я рады. Хорош. Добегался, Патрик. Да, я вижу? Долго не хватило тебя. Патрик на улице. Так, Максим, а ты где? Я в столовой. Ну ты же за монстра уже играешь, правильно? Ну да. Чуть я тут не вижу. О, вижу. А тут никого нету. Там Патрик на улице на батуте. Ну идем туда. Уже нету. А, все? Уже убили. Так, кто у нас еще в живых остался? Я.
ОЛТВ? Я нашел ОЛТВ. Все, давай, если ты продержишься дольше меня, то ты будешь победителем. Заходи. Нет, ну нет. Секунд, прятался. Есть! ОЛТВ, у тебя не получилось, понимаешь? Ребята, нельзя, приятно прям осознать, что я победитель в этой серии. Но если бы вы не зажали, я бы выиграл, все. Если бы на кобы во рту выросли грибы, ты проиграл, все. Я побежал, я победитель! Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Всем пока! Всем пока!